В Анаваре отстроена заново и запущена Катанская котельная. Та самая, на которой зимой 2010-го произошел взрыв. Целый поселок тогда в 30-градусный мороз остался без отопления. Сейчас в новой котельной работают в полную мощность два котла. Топливо привозят с месторождения, которое находится в 40 километрах от поселка. Через две недели новые партии будут завозить уже по зимнику. Более 1000 человек в крае.